ждут все. Перинатальный центр – один из самых ожидаемых социальных объектов в районе. Строительные работы продолжаются, ведется прокладка коммуникаций. На данном этапе важно сформировать штат технического персонала будущего медицинского учреждения. Об этом руководитель районной администрации говорил с начальником территориального управления Министерства здравоохранения Московской области номер 5 Владиславом Мирзоновым и представителями компании-застройщика на очередном выездном совещании. Вот у нас в основном все коммуникации закрываются либо потолками, так, либо закладываются в нишах. И мы хотели бы до закладки, чтобы их кто-то увидел. Алексей Васильевич, я это понимаю. Будем решать это с прибытием главного врача. Работа по подбору технического персонала ведется недостаточно правильно. Поэтому за следующую неделю с Владиславом Александровичем и Ниной Владимировной Сусловой придумаем, чтобы она пошла в правильном направлении и в тех объемах, которые необходимы для этого такого высокотехнологичного объекта. Продолжается контроль и за строительством детских садов. В Медвежьих озерах строители завершают отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. Осталось буквально только неделю, чтобы завершить все объемы работ. Поэтому стараемся, прикладываем все силы и возможности, чтобы сдать хотя бы, по крайней мере, к 10 июня. В новом городке на объекте трудятся порядка 30 человек. На площадке возле садика уже уложили асфальт, ведутся отделочные работы. Ведутся благоустройства, теневые навесы заканчиваем, входные группы отрабатываем, входа все ремонтируем и наладка оборудования. В Первом Советском переулке садик готов на 80%. Здесь также идет отделка и благоустройство территории. Если на предыдущих двух объектах руководитель районной администрации отметил положительную динамику, то здесь темп работ Алексея Валова не порадовал. Городок, Медвежки подтягиваются. В отстающих Первый Советский переулок 24. Изменим ситуацию. Сейчас там с финансированием сбои определенные есть. Но тем не менее, 1 сентября все садики будут запущены. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».